В ночь на четверг в Иванове был расстрелян известный предприниматель Евгений Халоша. Его и супругу подвозили знакомые. В автомобиле Range Rover находились 5 человек. Машину расстреляли прямо у дома на 4-й Минеевской улице. 25 выстрелов. Халоша, который находился на пассажирском сиденье, скончался сразу. Водитель в карете скорой помощи. Остальные серьезно не пострадали. В Тейковском районе обнаружен сожженный автомобиль. На нем, предположительно, скрылся подозреваемый. Деятельность Евгения Халоши была тесно связана со сферой пассажироперевозок. Нередко его имя фигурировало в журналистских публикациях криминальной тематики. На место происшествия выехало руководство Следственного управления, следователи, криминалисты Следственного управления, а также сотрудники ОМВД России по Ивановской области. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, производятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.